Почему нельзя надеть броник? Пишет, сейчас нельзя. Вы видели, что за цирк, пацаны? Капец. Дебилизм. Сейчас я перезайду быстро, пока это появлюсь. Типа что, с оружием нельзя? Там лох. Получается лох. Лежишь, молчишь и ничего спиздануть не можешь. Только не плачь, пожалуйста, только не плачь. С оружием Хорошо? в руках нельзя, да? Ну ладненько. Понятненько. Блин, последний чай остался. Не успели его развести, но ё-моё. Это обидно. Можно обследоваться и вакцинку получить. Кто знает, может, я этого оленя бы и убил бы, если бы был броник. Но будем знать, ребята, будем знать, где машина. Она там же сидит. Владислав, садись к нам. Кому? Где? Владик, садись. Сюда? Алло, не вот, фор, Кулинан, Кулинан, блядь. Rolls-Royce, Владислав. А что в Кулинане? Не могу, брат. О, Нефор, садись, подкину, ебать. Не, мне кулинан нормальный движет, человек. Давай, прыгай. Ну ты запараешь. Есть метка? Стойте. А вы знакомы, что ли, НПО? Кто? Ну, с этими. Ну, получается, сейчас... Божеслав, видишь, за нами есть человек, он очень обиделся из-за того, что я сказал, что у него машина ебаная. Давайте его уничтожим. Привет, чё хочешь? Привет. Лох, чё хочешь? Ничего, пытаюсь просто. На чём езжу, наверное? Километраж накатываю.